друзья и коллеги. Вот такие семена у меня есть. Сельдерей корневой, пражский великан. Сделала фирма, первые семена рассортировала. Посадил я, были шикарные всходы, много всходов. Где-то, наверное, в 1-3 февраля. Но потом я совершил очень большую глупую ошибку. Я эти семена, после того, как они проклюнулись, появились росточки, снял с них целлофан и поставил на подоконник, на батарею. В итоге очень быстро пересыхала рассада. И сельдерей корневой, вот на сегодняшний момент первая посадка рассады имеет вот такой вот непрезентабельный вид. Сейчас беру вторую емкость и буду сажать вторым, попробую, заходом. Пытаюсь уже не совершать таких ошибок, а поставить в такое более прохладное место, где не будет такое сильное испарение.